Всем привет, друзья! С вами Нельф Горна и Безумный Макс. Продолжаем проходить игру. И сегодня мы будем гонять второстепенные задания. Давайте попробуем найти цель пустоши. У нас, по-моему, здесь жрачку надо найти. А вот здесь вот... Что-то я не помню, что конкретно здесь надо было найти. Но ничего страшного, мы сейчас... узнаем, так сказать, наглядно. Так что погнали. Второстепенные миссии очень даже интересно. Потому что большинство таких игр сюжет сюжетом. И он, как правило, проходит очень быстро. И все остальное составляет у нас второстепенные миссии. Что очень даже бывает интересно. Я немножко прокачал еще немножко тачечку. Поставив боковые вот эти резаки на колеса. Более продвинутые, самые, так сказать, последнего поколения разработки совершенных. Что ж такое? Даже самые мелкие. Ну, а, то есть они испугались, уехали, смотрите, все, то есть они уже боятся меня и за мной не охотятся. Так, такое чувство, что здесь минное поле, но я его уже, по-моему, вскрыл. Конечно, минные поля ищутся с помощью багги и собаки. Это очевидно, потому что, собственно говоря, для этого они и существуют. Но поверьте, это не так легко, как кажется. Вот он застрял. Что это? Похоже на рекламный щит, но чтобы до него добраться, надо зайти с другой стороны через ливневый сток. Это в мертвых пустырях, святой. Ребятки, то есть мне с другой стороны нужно. Вот сюда, похоже, мне нужно пригнать. Ну-ка, давайте попробуем вызвать быстрый телепорт. И сейчас попробуем это сделать. Ну да, вот, собственно говоря, поменялась точка. Ну-ка, ну вот мы давайте сюда сейчас быстренько доберемся и оттуда его поедем. Потому что если бы я сейчас погнал от этой же точки, то, поверьте, это очень долго заняло времени. Тем более, ну, шедевр, что-то, честно говоря, медленный. Он, конечно, тяжелый сейчас, просто набитый, так сказать, броней и тому подобное. Понятно, что он тяжеловес. В идеале жалко, что нельзя вот в данном случае вызывать разные машины. Это немножко печально, потому что даже когда, если я гоняю на какой-нибудь другой машине и вот таким образом быстро перемещаюсь, то я как бы сажусь на шедевр, приезжаю в точку на шедевре. Это немножко печально, поэтому жалко. Я бы так гонял побольше на крутышке, потому что все-таки мне, честно говоря, крутышка больше нравится по управляемости. Так, давайте тут срежем. Буквально чуть-чуть. Вот тут, конечно, сейчас могу нарваться на конвой. Но, думаю, ничего страшного. Либо уничтожу его к чертовой матери, либо посмотрим. Потому что, честно говоря, страшновато что-то с конвоями драться. Они тяжелые, они... Вот смотрите, я прям... Такое чувство, что у меня все-таки двигатель надрывается. Вот здесь это сейчас что? Ну как так? Я настолько сильно откинул автомобиль, и он не взорвался. Блин, это вот... Это вот новые автомобили. При этом смысла нет его взрывать. Я не смогу подобрать предметы. То есть они не подберутся автоматически, поэтому... В этом нету смысла, я так уж. Для острастки. И здесь вот у нас, похоже... А, ну вот, собственно. Так. Труба мне очень нравится, прям вверх. При том, это не максимальные трубы.
Ну что ж, пойдемте. Я думаю, я сейчас очень глубоко буду спускаться. Не успел я прочитать. Моя болтовня не сходится с болтовней Макса, поэтому тяжеловато приходится. Блин, да я просто мега тихо сюда зашел, что меня нельзя было услышать. Конечно, глупо, но... Ох. Старые тоннели. Но это реально крутые тоннели. Тут кто-то есть. Ну понятно, что кто-то есть. Это ну, неизбежно. Так, мне так вот проходить или как? А, нет, здесь вот надо спуститься. Я, главное, только что убил человека, а он такой: тут кто-то есть. Вот, секретик. Небольшой. 2 из 10, это, знаете ли. Я пытаюсь уснуть, заткнитесь. Что-то психи. Ну тут понятно, в общем, психи одни. Тут мусорщик, вали его! Ну понятно. Меня заметили наконец-то. Ребят, что-то у вас скорость замечания меня очень медленная, и вам зря вот как-то получается любой сюда пробраться может. Но, знаете, это тоже, с одной стороны, глупо. Тут такой грохот должен быть по металлу, что если я буду ходить. Ну вот давай вот туда спустись. Блин, вот эта территория, это мне же здесь все придется облазивать. Это же, блин. Честно говоря, не очень хотелось бы, но придется, потому что здесь каждый тайничок это все-таки интересные всячески штучки. То есть это лом. Да что такое, блин, а? Я даже не буду удивляться. Давай, быстрее, 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 быстрее. Блин, вообще ни черта не видно. Вот здесь можно забраться. Ну, блин, а. Это молот, который вечно поднимается. Притом, как видите, освещать все эти тропинки и все эти уголки мне плохо получается. Эй, ты. О, господи. Всяческие глупые второстепенные тексты, которые, ну, дают мне возможность как бы... Оу. Да, блин. Вот, честно, вот второстепенное оружие здесь вообще такая глупость, то есть режущие и тому подобное. Ну, вот честное слово. Хуже вещи они здесь вообще не сделали. Так, странно, что здесь ничего нету. Ну, пойдемте дальше. Очень большие, конечно, здесь... Ой, я правильно еще пришел, но нифига себе. Очень большие здесь помещения, тут прям можно... Столько народа разместить. Ну нифига. Не пойму, каким образом уж, конечно, но каким-то образом мне это получилось. Я надеюсь, мне... Я сам сейчас не выпрыгну, мне придется назад. Все, отлично. Пометить местоположение знака. Ну, наверное, мне все-таки... Так, вот. Давайте я попробую выйти и выстрелить, потому что... Или мне... Да, мне, похоже, придется подъехать. Нет, я не хочу, я хочу зачистить это помещение полностью. Что, в принципе... Блин, тут ведь... А, тут еще и вода. Ну, как вода уж. Грязище, конечно, нефтеотходы. Нефтяные отходы. Но странно, что они же горят. Или это все-таки вода? Ну, грязная может быть вода. Но вода же. Тут очень много металлолома чувствуется спрятано. И полазить придется, постараться, по крайней мере.
Вот в ту сторону, по-моему, я ходил. Ну, по трупу вроде бы точно ходил. Так, ну, давайте здесь сократим. Вот, оп, вот таким вот образом. И вот там вот по-любому какое-нибудь большое помещение. Вот, отлично, с двух ударов. Самое то. А, то есть здесь небольшие помещения все-таки в итоге. То есть я бы не лазил тут как мышь в норах. Так, там вот вниз надо... А! Взломать, подобрать. Так, вот куда-то вот сюда. И здесь еще детали есть. Валяются в жидкости. И еще одна вон там он висит, и все. Отлично. Все детали я нашел практически. Это супер. Сейчас, кстати, можно будет вернуться прямо и спрыгнуть, так сказать, и подать сигнал. Я так и сделаю. Отлично. Зачистили еще одно помещение, еще один лагерь. Потому что по-любому есть ачивка. Я, честно говоря, не смотрел, но 100% есть ачивка очистить все места наживы. Слишком тихо здесь для такого хаоса, который творится вокруг. Так, и вот интересно, если я спрыгну, я разобьюсь? Не, нормально. Че, путем все. Эй, пора вызывать ребят брюхореза. Не представляю, как этот кусок металла сможет вселить в людей брюхореза надежду, зато, по крайней мере, я заработал порядочно лома. 200 единиц лома. Ну, знаете, что-то как-то несерьезно. Серьезно, несерьезно. Вообще как-то даже странно. Ну, ладно. Здесь есть еще одно задание. Мне нужно добыть цистерну. Вот, может быть, оно будет более интересное, потому что это задание сейчас было какое-то, ну, знаете, ну, скучновато. Видел там что-нибудь? Это вот о чем? Вот. А, он... Типа я как будто пришел с воздушного шара, и он как бы меня спросил, я видел там что-нибудь. Я даже не буду включать GPRS. Так, доедем. Тут недалеко, по-моему, должно быть. Вон конвой. Чего? Здесь... Стоп. Здесь конвоев не должно быть. Только бы он на части что-то... Или... А! Это квестовый конвой! Иха! Бум! Ушел отсюда, давай! Отлично! Кусок тачки оторвал! Да, давай, 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 царапайся. Можно еще зарядить в него. Бум! А, нет, они будут драться со мной, да, все-таки? Ну, давайте, давайте. Кстати, по-моему, я не то сделал. Раздобыть топливный танкер для джита. Мне, по-моему... В общем, я зря так сделал. Мне нужно было его не уничтожить. Мне нужно было его... Добыть. Бум. Мне нравится, нравится, конечно, как мы вырезаем. Да, ну я зря, в общем, взорвал. Фу. Отлично.
Так, ну вот как раз таки намек и был мне сейчас сказано, что надо было убить водителя гарпуном. Ну ладно, сейчас мы это заново проделаем, подзаработали дополнительные деньжат, это очень даже отлично. Я думаю, если я сейчас вот так вот телепортнусь, как бы, то есть карта обновится, и тем самым я как бы смогу еще раз зачистить конвой. Давайте сейчас с радарчиком, с GPS-ом. Рев тачки, конечно, зверский. Но какой шум я представляю там в кабине, просто это вообще невероятно. Но еще ладно в кабине, я не представляю, как себя ощущает мой инженер. Едет, едет, едет. Отлично, все. Так, в общем, копии не кидаем в главную машину, собственно говоря, которая... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это... Вот этого не нужно делать, нужно... Давайте, давайте, давайте. Фу-у-у-у. Вот это сейчас было мощно. Так, еще мы давайте вот... Ладно, не то я на самом деле сделал. Вообще не то. Я случайно вылез. Ну, я нажал на единичку. Ничего, сейчас догоним. Кусок двери я ему оторвал выстрелом снайперской винтовки. Давай, 520 еще лома мне принесли. Давай, давай, давай. Отлично. Прям вообще самое то. Ну все, чувак, смерть, смерть твоя идет. Ладно, давай вот. Теперь займемся лично тобой. Я думаю, ты не дурак, чтобы со мной связываться, так что я думаю, ты проедешь просто мимо. Так, а, ты уже тут? Ну, вали давай. А, нет, смотрите, он прет сюда. Надо его убить сразу. Так, где тачка-то? Нифига, это она так далеко проехала уже? Так, ребятки, цистерна, значит, да? Фух, ну, давайте. Мне ее куда-то надо доставить, куда-то. Так, стоп, куда мне ее доставить-то надо? Брюхорез, а, к джиту. Ну, давайте к джиту доставим. Простая машинка, ничего в ней такого сложного нету. Ну, и навороченного тоже ничего нет. Защищенные у нее колес, кстати, от того, чтобы ее... Эту машинку как бы... порезать дисками на колесах. Но, честно говоря, не понимаю, почему здесь праворульные машины, потому что вот с такого вида очень интересно гонять, но очень тяжело, потому что непривычно. И так плохо видно все. Хорошо, что ты указал нам на эту серу. У нас теперь ее много, и запасы постоянно растут. Отлично, поговори с моим пороховым мастером, он подготовит все для салюта. Отогнать начиненный взрывчаткой танкер к точке пролома. Мне куда-то наверх нужно. Что-то не пойму. То есть здесь уже вообще хорошо живут. У них тут и сера.
и тому подобное. И взрывчатки, я так понимаю, делают. Смотрите, народу здесь вообще немерено просто. Джид сказал с тобой поговорить. Да, не волнуйся, я подготовлю заряд. Ну хоть тачку починили, двери поставили. Так, а куда переть-то мне нужно? Чё-то, честно говоря, я не вижу. На карте... А, вот. Ого. Далековато, блин, ну ладно. Жалко, нитро нет, конечно. Я бы с удовольствием ускорился. Тачка, конечно, зверская и выглядит тоже так сурово. Но... просто без нитро это, конечно, не то. Глушаки такие мощные. Они решат, что я свой, по крайней мере, издалека. Да тут решать уже некому. Я тут всех уже порешал. Кому можно что-то решать? Ой, дорога кончилась. Конечно, представляете, если бы вот игра была бы по сети, это было бы очень MMORPG. Представляете, вы такой торговец, перевозите товары тут, из какой-нибудь вон той вон дюны, с воплями, с бибикаем, там пару бандюганов на вас охота, вы отрываетесь там или платите деньги, чтобы вас охраняли. Блин, это же было круто. Вот, вот MMORPG по... безумному Максу, это, ребят, это был бы шедевр. Конечно, со всеми вот такими наворотами, именно модернизацией тачек, торговли. Не обязательно даже останавливаться и драться. Не бы лично, лично мне бы хватило именно гонок и драк. Ой, ну, гонок и войны на тачках. То есть можно было какое-нибудь стрелковое оружие ставить на тачки, еще что-нибудь в этом роде. Ну, много чего можно было на самом деле бы так напридумывать. И тачки всячески разные модернизировать. То есть, типа, там мы убиваем какого-нибудь босса и получаем с него какую-нибудь драгоценность. Так. Запал я поджег. Пора уносить ноги. Ой-о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 й
Нормально. То есть я сделал новую дырку, ну как бы... А, вот сюда вот открыл территорию. Офигеть. Задние пустоши. Задание пустоши выполнено. У Джита теперь есть новый маршрут, ведущий в мертвый пустырь. И у меня тоже. Думаю, этот проход мне очень пригодится. Доступен арсенал, крепость Красноглазки. Круто, очень круто. Но... На этом еще не конец, потому что продолжим найти. Нужно мне еду для того, чтобы сделать второстепенное задание Красноглазки. Давайте вызовем своего монстра. Протараним, сейчас мы там сами прочистим. Аккуратнее, чувак. Вообще, на него молиться нужно, конечно. Давайте вот там вот буквально чуть-чуть нам надо протаранить. Все, нормально, выбрались. Давайте посмотрим, тут вон детали валяется, надо подобрать, ну жалко прям. С ангелом возгорания. Так, внутри там ничего нету. Я тут, чувствуется, хорошо поработал. Но каким-то все равно образом мне дорога говорит, чтобы я объехал это все. Только так, тогда как бы я смогу проехать. Вот GPS, видите, вот теперь нормально восстановился. Я думаю, здесь уже горящей машины в следующий раз не будет, так что нормально. Вот слышите, слышите? Машина вообще, двигатель прям не тянет. Ой, тут смотрите, одна пустыня, больше ничего нету.
Офигеть. Биография, ну-ка. Места. Как раз таки, наверное, мне и расскажут сейчас про лазейка Джита. Тоннель между мертвым пустырем и великой белизной. Он завален обломками и утилем. Так что там невозможно проехать. Предводитель маяка Джит очень хотел бы расчистить этот тоннель, чтобы можно было делать вылазки в мертвый пустырь. Я думал, мне сейчас про белизну расскажут, но нет. Может быть, я уже про нее многое знаю. Блин, вот вы не представляете. Поймите первую точку. Страшная песчаная буря. В ней задыхались и гибли люди и машины. Она всех их погребла в неглубоких могилах. Скоро явятся новые бури. Да, лучше поторопиться. Смотрите здесь. Ну, здесь понятно сразу, кто. Кто находится. Так, и здесь, кстати, проехать в поддюну. А, здесь главное задание можно выполнить. Ну, давайте сначала второстепенное все-таки сделаем. Это все-таки не то, что важно, но очень значительно, так скажем. Честно, я вообще ничего не вижу. Я вот просто дороги я не вижу. Вот песок есть, конечно. У меня колеса как раз... Как раз для... Надо, как раз колеса для песка, то есть гребут песок, у меня колеса должны хорошо. Ой, тут как... Жесть, короче. Так, первое есть. Пометь вторую точку. Ну, где-нибудь на последней точке я стопудей нарвусь на проблемы. Ну, давай. Надо было здесь крутышку брать. Это, блин, очевидно. Вот песчаные дюны, это жесть. Черт, вообще не прет тачка. Смотрите, в гору прям вообще не хочет ехать. Я, конечно, неправильно 100% выбрал путь. Можно было по дороге объехать. Но здесь явно крутышка нужна. Здесь, ребят, нужна крутышка. Блин, здесь крепости никакой нет, чтобы, ну, как-то... С горки-то полегче. Фу-ху. Прям вообще. Вау. Я не понимаю, а что здесь помечают-то? Сейчас что такое происходит? Я... По-моему, звук заглючил. Я вот такое ощущение, что звук заглючил. Видите, даже я не слышу двигателя мотора. Я, похоже, слишком все, как бы это сказать-то, слишком все наворотил. Ну-ка, давайте мы немножко изменим сейчас. Я надеюсь, если я сейчас телепортнусь, то все восстановится. Возьмем крутышку, потому что что-то мне не нравится, как там мне, как ведет мой аппарат себя на пустыне. Конечно, может быть правильнее сделать главный квест, получить 8-цилиндровый двигатель и можно построить арсенал. Возможно, в общем, то есть правильнее будет именно так. Где тут построить арсенал-то можно, блин? Вот где я его могу построить? Ну и ладно. Крутышка, ты нужна мне. Крутая тачка. Мне эта крутышка больше нравится, чем мой аппарат, который совершенствует это.
Посмотрим как раз таки дороги немножечко, потому что есть момент вот здесь вот. Я только вот так, вот здесь вот я не могу проехать, да? Ну ладно. Вот мне кажется, вот крутышка по песку будет переть намного лучше, без всякой дополнительной резины, без каких-то модернизаций двигателей, потому что скорость, смотрите. Но нужно проверить, конечно, разобрать весь основной автомобиль, то есть снять с него и шипы, снять с него все, вообще все, что у него есть там, да, броню, дополнительные там пушки, там, ну что там у него еще есть, шипы вокруг колес. И мне кажется, будет так же переть с такой же, ну, яростью валить, так сказать, боком. Так, здесь мины, здесь надо быть аккуратней. Так что я тоже, наверное, зря грешу, так сказать. Ну, по крайней мере, вот смотрите, я еду по песку, да? Намного круче как бы чувствуется, что прет как бы автомобиль по песку. Хотя, наверное, если взять вообще 12-й, то он вообще просто так валить будет. 12 цилиндров у которого. Если кто не знает, в предыдущей серии обязательно посмотрите. Я добыл себе аппарат под названием 12. Это 12-цилиндровый монстр. Так что это очень даже интересно. Так, по-моему, здесь что-то не то. По-моему, тут закрыто, нет? Нет, мне показалось, нормально. Вот. Это что такое там? Смотрите, красное. Что там такое красное? Что? Что это такое? Что это такое красное? А, это моя метка. Господи, я уж думал. Ну что, вот давайте сравним. Вот сейчас я пру, да, на этом аппарате, на крутышке. Ну, знаете, отсюда должен быть хороший обзор. Ну, я так скажу, что этот аппарат, конечно, по... помощнее будет. По крайней мере. Так, а что мне нужно найти-то, я не понимаю. Что-то вот не хочет обозначаться. Что-то я нашел. Непонятно что, но что-то нашел. Ух, несет. Здесь, по-моему, звук ветра все закрывает, так сказать. Это что такое? А, это... То есть тут целый город, как бы, который погряз под песком, что ли? Так получается? Похоже, ребят, это жесть. Жесть. Ну ветер-то... А вот ветер глючит, и это неприятно на самом деле. Церковь. Глубоко под песчаными дюнами покоится церковь. В дни, когда разразилась катастрофа, эта церковь послужила людям убежищем. Доподлинно неизвестно, когда именно ее обитатели обратились друг против друга, до того, как великие бури погребли это строение под песком, или уже после. Теперь, когда ветер ненадолго разносит пески в сторону, можно разглядеть верхушку колокольни, но найти ее сможет лишь тот, кто точно знает, где искать. Ну,
Как всегда уж. Вот ветер, видите? Ну, почему-то, похоже, глючит ветер. Сейчас мы... Давайте как-нибудь... Ну и размеры. Ну, да, церковь тут... Тут не церковь, тут собор целый. Все, звуки песка прекратились. Они, похоже, заглушают все вокруг. Ну, в принципе, так и должно быть, мне кажется. Кроме как звука песка, там больше ничего не будет. Здесь прям какой-то алтарь костей. Трупы, трупы, трупы и еще раз трупы. Они еще прям здесь умирали. Ну, в принципе, а чем умирать-то, да? От освещения откуда выпадает. Вроде бы щелей не было. Через такую щель тут столько песка должно налететь, честно говоря-то. На мой взгляд, по крайней мере. Это было укрытие на случай войны. Ну, бомбоубежище, наверное. Конечно, может быть, есть по церкви. Сейчас мы все это прекрасно, наверное, узнаем. Но, блин, как так? Ну, хотя, если здесь песками все заваливает, то здесь, наверное, понятно, что... Вот здесь песка же нет! Черт, ну ладно. Склеп, понятно. И уже что-то такое... Ну, постройки уже современности, так скажем. Из ржавого металла какие-то. Они защищались или не хотели кого-то впускать. Еще я сейчас, наверное, нарвусь на какой-нибудь монстр или мутант. Это будет вообще... Как же мне пробраться? Да. Черт, ребятки, тут еще... А. Ну, как всегда, канистра. Канистра спасет меня. Давайте попробуем рвануть тут все к чертовой матери. Ну, по крайней мере, это да, сработало. Что-то очень подозрительно. Ну, так как это все-таки не хоррор, и пугать, наверное, меня никто не будет, я надеюсь. Не люблю, когда меня пугают вообще. Тут, конечно, такие помещения, честно говоря... Нет-нет, работай. Ага, ну, значит, все-таки пугать собираются меня. Понятно. Отлично, ребят. Отключилось электричество у меня. Офигеть! Они забаррикадировались внутри и остались там навсегда. Вот они, как она и говорила. Это консервы, что ли? Это жрачка? Всю эту провизию можно выносить, нужно выбираться наружу. Выйти из церкви и подать сигнал. Но тут реально жрачки просто немерено. Хотя не верю, честно, но не верю я, что в таком мире, где... Ну, как сказать, гоняют кучу народу, да. Им больше нечем заниматься, кроме как убивать и гонять что-нибудь искать. То есть тут, можно сказать, разделять можно, да. Воины, торговцы, искатели, защитники, ну, какие-нибудь фермеры, рабочие, рабы. Вот так вот можно подразделять людей на классы, так скажем, да. Блин, давайте съедим консервы, притом, похоже, ну да, тут тоже... Консервы. Собачий рай, блин. Ну ладно, валим, в общем, отсюда. Мне кажется, обратно я сейчас буду драться. Потому что как-то без драк меня так просто впустили. Либо я сейчас буду драться внутри. Либо я буду... Взрыв привлек к нам внимание. Ну, я же сказал... Да-да. Резко, значит, сразу все нашли в пустыне, да? Только избранные могут найти
Только избранные могут найти это место. Но вот... Ой, звуки глючат, глючат-то как. Прям ужас. Да что ж ты будешь делать-то? Забавно как. Да что ж ты, я же поставил. Да ёкарш. Да... Вы вынуждаете меня работать сейчас. Да господи. Смотрите, забавно, что звуки, конечно, пропадают. Сдохни уже, а, блин, вообще надоел. Да, блин, да что ж. Вот честно. Без звуков, конечно, ну, не то. Не знаю уж, почему глючит звук. Кстати, было небольшое обновление в Максе. Но оно такое, знаете, незначительное, что-то там. Чисто баги и фиксы багов. Ну все, что? Но, честно говоря, такой бункер я на нем здесь и строился спокойно. Песок, конечно, да, проблема, но песок же можно убирать. Хотя я не представляю, конечно, что здесь. Если уж так, прям верхушка торчит всего лишь. Всего лишь верхушка церкви торчит, то это, конечно, жестоко. Ясно, небо. Блин, небеса здесь очень классно сделаны. Прям очень красиво. Притом тачек больше не... А, надо же пометить. Теперь она пошлет своих ребят. То есть, я обеспечил красноглазке провизией. Будем надеяться, она сдержит свое слово. Доступна опарышевая ферма, господи. Ой, ну ладно, ладно, ладно. Не будем, так сказать, смеяться и улыбаться. Давайте быстренько, быстренько перейдем, посмотрим, что из себя представляет награда за это задание. А, нет. Стоп, я немножко перепутал. Награду-то я уже получил. Это как раз-таки чертеж опарышевой фермы, то есть возможность ее установки. Призраки прошлого. Есть вот здесь вот второстепенное задание. И в следующей серии я пойду. Ну, в поддюну поеду, в общем. Так что ставьте лайки, если вам понравилось. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.